Маэстро исполнился 81 год. Поздравить его пришли губернатор Вениамин Кондратьев и спикер краевого парламента Юрий Бурлачко. Просто с днем рождения. Я уверен, что вы, ваш талант, он еще долгие-долгие десятилетия будет уже в Кубани, России, наверное, да и всему миру. Будете радовать нас своим творчеством. Ваш колодец неиссякаем, поверьте. Я уверен, что мы еще многие-многие великие ваши произведения услышим, увидим. Спасибо. С праздником, с днем рождения. Спасибо. По традиции, свой день рождения Виктор Захарченко отметил концертом. Маэстро лично дирижировал прославленным коллективом Кубанского казачьего хора. Артисты исполнили народные песни и новые композиции, написанные своим бессменным худруком. Как обычно это бывает на выступлениях Кубанского казачьего хора, в зале не было свободных мест, и это лучшее признание таланта Виктора Захарченко. За выступлением наблюдал и глава региона Вениамин Кондратьев. Под руководством Захарченко коллектив обрел популярность во всем мире. Сложно и переоценить вклад маэстро в сохранение духовного наследия русского казачества и его традиций. На этой неделе Кубанский казачий хор даст концерт в Москве.